Дисклеймер. Осторожно, ненормативная лексика. Все, что говорится в видео, несет в себе развлекательный характер. Данное видео рекомендуется к просмотру лицам старше 16 лет. Стелс, говорят, хуйня полная здесь. Такая своеобразная. Что ты там делаешь? Ладно. Так, мы что-то взяли. Детали из металла, желе. Что-то какой-то еще материал. Мужчина здесь. Окей, это не открыто, не активируется. Окей, о. Отлично. Необходимо найти способ открыть бронедверь. Без тебя вижу. Не лезь с тупыми советами. Лучше расскажи про этого Петрова. Как его вычислили? Предатель Петров был раскрыт Михаилом Штоковским. Слышите, как он подманивает? Отряда Аргентум. А здесь он как оказался? О. После суда Петрова вернули в комплекс Вавилов в качестве заключенного для дальнейшей работы. Что? Во всем Советском Союзе больше никого не нашлось для этой работы здесь? До запуска коллектива оставались считанные месяцы. Меня с главного инженера не имело смысла. Петров должен был закончить свою работу. Вот его и заставили. И что в нем такого особенного? И что делать? Виктор Петров, бывший главный инженер секретного отдела Академии последствий, занимался программированием робототехники для сети коллектива. Я не туда прошел. Ясно. А! Я взял. Надо зажимать, кстати. Вентиль от двери. То, что надо. То, что надо. Открой дверь. Баба Зина, да, выживает. Убивая роботов, чтобы собрать лут. Это я помню. Это я помню. Спасибо, Дмитрий. Похоже, с помощью чистой наебка. Я слышу, как вы заходите. А куда эту фигнюшку нахуярить? Накручивать куда? Выпустите меня отсюда! А, во-во-во. Вентиль удалено. А, ну вот, это это фигня разработчика. Слева, получается, показывает. Спектр, ты о чем? А, это чел. Походу, это чел. Бля. Что еще за хрень? Пизда ему. Мужик, держи руку. Ну все. Держись, держись. Бегу, парень. Был пацан хороший. О, у нас дробовик есть. Один патрон. Понятно. Повторное исследование в течение... Не очень удобно, кстати, с клавиатурой это делать. Ну ладно. Ой, что-то подгружается. Капец, а как он так завис? Кого-то там ебут. Безопасная зона. Каждая команда, комната отдыха является безопасной зоной. В каждой из них находится автомат для ручного сохранения игры. Классно. Че, вы поспали бы в такой комнатушке? Все, сохранение прошло. Я вот надеюсь, сохранение мы перекинем. Господи. И восстали машины из пепла. Кто там писал это только что? И восстали машины из пепла, вот. Только что было, самоирония. Противники могут использовать использовать мощную атаку, которая при попадании собьет по 3 с ног. Когда противник собирается атаковать... подсчитывает самый удачный момент и для уклонения от удара. При активации красной подсветки во время движения используйте у ворот. Хорошо, это shift для избежания урона. Твоя фраза, да, Спектр? Позвольте совет. Ты что, не видишь, я занят? Пропускать мощные атаки робота. Да не все мощные! Атаки, выполняемые роботом в состоянии энергетического связка, особенно мощные, они способны сбивать вас с ног. Твою мать, ты чё сразу-то не сказал? Хилка. Иди сюда. Ой, блядь. Я пока что ещё не приучился к этой хуйне. Блядь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, у меня хилок нету, ребят. Пизда. Телеки мультик, ну погоди, да. Ой, я это не видел, кстати. Помер. Поимели, короче, меня. Сохранялочка, ну я сохранялся, кстати. Меня напоминает один сюжет из моего любимого видео, тентакли там были. Моя фраза, сохранялочка, да, телеки, ну поводи, да, не только в телеке. А им пофиг, в смысле пофиг, мне не пофиг. Только здесь не видно.
объявляется вернувшим долг отчизне и освобождается от принудительного... Если бы сработало, я показал бы вам, но я просто знаю в каком-то телеке, ну погоди, показываться, здесь в чем-то пусто. И он даже не разбивается. Ладно. Так, ничего здесь не надо взять. Ну ладно. Выходим. Роботу пофиг. Это и восстали машины из пепла. Понял. Ой, блядь. Позвольте совет. Ты что, не видишь, я занят? Стараюсь не пропускать мощные атаки робота. Да они все мощные. Атаки, выполняемые роботом в состоянии энергетического всплеска, особенно мощные. Они способны сбивать так, основ. Я твою понял. Мать, ты че сразу-то не сказал? Так, я не попал. Блять, темно, как в жопе мангуста. Так. Сложно, что пиздец. Ой, я убил его. Так, отлично. Прошли. Так меня надолго не хватит. Первая железка чуть на тот свет не отправила. В уничтоженных роботах находится капсула с непрерывным, нейрополимерным реанимационным медикаментом. Извлеките ее и используйте для экстренного восстановления повреждений. Ага, какие-то часы. Майор, будет не лишне собирать прочие ресурсы, встречающиеся на пути. Напоминаю, ваше снаряжение укомплектовано особым рюкзаком Ярова Абалакова для хранения имеющегося инвентаря. Он уменьшает предмет, помещаемый внутрь своего пространства, и возвращает его исходный размер в момент извлечения. Угу. Чудеса науки. Фантастика, да и только. Ты зачем это включил, а? Товарищ Муравьева, велено так при вашем появлении. Приказ у меня документировать. Ну так и документируй себе, а меня записывать не надо. Пропусти, говорю, я по делу. И не товарищ я тебе Муравьева, а баба Зина. Не велено вас пропускать, товарищ... баб Зина, но распоряжение сверху не могу. Чё это? Так, 3 июня 1955 года. От кого? Заместитель гендира предприятия 3826М. Штокахаузен. Кому? Вавилов, руководящий состав. Приказ начальника предприятия 3826Т Сеченова провести 10 июня 1955 года полную полимеризацию сотрудников предприятия 3826, включая обслуживающий персонал. Убедитесь, что каждый расписался в проходной процедуре. Записка, получается, у нас еще есть. 12 мая 1955 года от начальника кадров Смирнова начальнику охраны Нюхов. По запросу даю характеристику заключенного В. Петрова. Характер нервный, импульсивный. Очевидно, что работа в театре имени Плесецкой сказалась на психическом состоянии заключенного. Вот, ходите вот после этого в театры, вот с психикой по пизде пойдет, ей-богу. Вот. Последние месяцы бредит театральными образами. Во сне говорит цитатами стихов. Авторство не установлено. Патологии. Физически здоров. Клиническая картинка. Картина ровная. Иногда наблюдается нервный тик. Условия содержания. Склонен к побегу. Несмотря на личное расположение ТОВ, Сеченова не используется суровые меры пресечения рекомендуется вести постоянное наблюдение. По скриптам неофициально. Петров едет крышей уже какое-то время. На фоне всех событий, что с ним приключились. С точки зрения психологии нет никаких объективных причин, которые могли бы вызвать его одержимость театральными образами и психотерапию. Как следствие, я полагаю, что театр для него нечто большее, чем место работы. Советую направить бригаду и обыскать его в рабочее место. А, его рабочее место. Так, бей его по ногам, у тебя вроде бы дробовик есть. Одна пуля там, одна пуля. Баба Зина лучшая, согласен. Баба Зина.
Дата 3 апреля 1955 года. От кого? Начальника охраны Нюхов. Кому? Сотрудники безопасности. Довожу до вашего сведения, что бабу Зину или Зинаиду Муравьеву пускать на территорию склада с... саженцев без вышестоящего распоряжения строго запрещено. Товарищ Муравьёв под предлогом инспекции забирает семена и саженцы с экспериментальных цветов к себе на участок. Вот они, бабушки, такие. Им только семя подавать. Затем забирает, выращивает их в частном порядке. Так как растения находятся на опытном этапе, и не все их свойства изучены до конца, это может быть опасно. По скриптам, на грубость бабы Зины не отвечать, вести себя конкретно. Приказ. 2 мая 1955 года от кого начальника комплекса Вавилов Золотухин? Кому? Начальнику охраны Нюхов. Гриф «Секретно». О, секретики пошли у нас, ребята. Известить Товсечного об инциденте в цехе проращивания. Выставить оцепление вокруг больницы, где находится пострадавшийся, в палату не допускать никого, кроме медицинского персонала и Товсечного. Понял. Ой, какие, блин, классные фотографии сделаны, кстати. На Ленина похож, кстати, Виктор Османович. Нюху, все остальное. А почему у меня прокрутка какая-то? Да. Окей, это все люди, типа, с которыми мы а-ля должны встретиться, да? Или это кто здесь был вообще, кто здесь работал? В общем, да, мы уже до конца домотали. Все, продолжаем. Всю дорогу я тут ходила, а сейчас не велено. Слушай сюда, либо ты меня сейчас пусти, либо я потом пройду. Только а штаны просиживать здесь уже другой человек будет. Ну? Проходите. Так-то лучше. Зуб заговорила. Свободен. Свободен. Так, открыть можно что-то? Ой, а на что это похоже? Эй, только что же было? Блять, чуть-чуть. О. Эх, пошлятина, пошлятина. Перчатка. Раз, товарищ майор. Угу. Как вообще этому Петрову удалось взломать коллектив? Предатель действовал не один. Он вступил в сговор с несколькими преступниками. Так их несколько? И где остальные? Успешно нейтрализованы. Но добраться до Петрова без вашей помощи не представляется возможным. Поэтому вы здесь. Опять бот. Хорошо, давайте исследовать здесь. Что здесь есть? Открывается, не открывается. Окей, это главный холл. А там бот. Хорошо. Вопросов не имею. Погоди. Меня бот заметил. Ох, ебаный, ты насрал. Так, обратно. Ну, ребята, хуели. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот, у меня 4 патрона. Ой, блядь. Ой, блядь, пиздец. Серьезно? Помер. По ногам бить, я вспомнил. О, киска. Хе-хе-хе, да. На мой любимый мультик похоже. Возможно. Опять заново? Ладно. И восстали машины из пепла. Понял. Меня зажал! Позвольте совет. Ты что, не видишь, я занят? Стараетесь не пропускать мощные атаки робота. Да они все мощные. Атаки, выполняемые роботом в состоянии энергетического всплеска, особенно мощные. Они способны сбивать вас. Твою мать, ты че сразу-то не сказал? Согласен. Так, сейчас мне по ногам ничего не делать. Давай. Ну все, короче, тактика такая, такова. Мы берем и просто идем в напролом, как говорится. Бьем, кружимся и так далее. Так меня надолго не хватит. Первая железка чуть на тот свет не отправила. Вы
уничтоженных роботах находятся капсулы с непремом. Нейрополимер. Так, давайте еще раз. Только сохраните после этого. Извлеките ее и используйте для экстренного восстановления повреждений. Все, ключ. Это мы уже слушали. Майор, будет не лишне собирать прочие ресурсы, встречающиеся на пути. Напоминаю, ваше снаряжение укомплектовано особым рюкзаком Ярова Абалакова для хранения имеющегося инвентаря. Он уменьшает предмет, помещаемый внутрь своего пространства, и возвращает его исходный размер в момент вообще извлечения. Кайф. Вообще кайф. Чудеса науки. Фантастика, да и только. Так, сохраняемся сразу. Не, ну какая-то здесь пошлятина на самом деле. Дмитрий, мы врали выйдем общаться. У тебя уровень сложности сам хардкорный? Нет. У меня? Чтобы ты знал. Геймплей нормально стоит. Но мне сказали, это по опыту как раз подвальчика, я могу сказать и уверить вас, то что нормально это жестко. И поэтому он даже на легкое переходил ради этого. О, с первого раза. Да открой ты. Перчатка. Храс, товарищ майор. Ты думаешь, на легкое поставить, ребят, или как что? Как вообще этому Петрову удалось взломать коллектив? Предатель действовал не один. Он вступил в сговор с несколькими преступниками. Так их несколько? И где остальные? Успешно нейтрализованы. Но добраться до Петрова без вашей помощи не представляется возможным. Поэтому вы здесь. Так, все, не двигайся, блядь. Не двигайся! Я тебе не дам. Да стой ты. Все, аллилуйя. Мы добили. Мы добили этого чухана. Отлично. Мы молодцы. Вообще не... Так вот. Че? Так вот, я о том, меня такой немного бесит. Вообще нереалистично. Что именно нереалистично? Окей, довожу до сведения до начала до отдыха. Персонал совместно будет служить шахматным клубом. Так уж вышло, что наши самые сильные игроки оказались среди персонала охраны. И с учетом того, что дилетанты из команды ВДНХ вылетели на отборочном, наши стратегии имеют право тратить любую свободную минуту на оттачивание своего мастерства. Впереди ждет их схватка с лабораториями Павлова. Эти ребята свое дело знают. ПС, призовой фонд лично от меня составит 18 коробок конфет. Не спрашивайте, как они у меня оказались. А это ты будешь брать? Ты это будешь брать? Ну ладно. Все, да? У нас есть 7 патронов. Пизда, вместо ключей скважины. Ну логично, да. Напоминаю, храните производственную тайну. Хорошо. И не обсуждайте работу дома. Помните, для членов семьи виновного в распространении. Ой, блядь! Больно нахуй. А в смысле у меня нету? А вот есть. Ой, блять, вас трое, ребят, я съебаюсь. Давайте, идите сюда. Так. Что ж, Пунти, не любишь? Да, не любишь? Так. Так, нет, идите обратно. Нет. Блять! А, нет. Погоди. Я надеюсь, он один. Блять! Отъебись от меня, пожалуйста. По-братски. Повезло тебе. Как ты к чё убегаешь? Согласен, блядь. Ладно.
ты сдохни уже, а! Да ты сдохни, а! Сдохни ты уже, а! Аллилуйя! Господи! Я должен засейвиться, ей-богу, я должен засейвиться. Можно легку поставить? Лысые чунгачанги. Сохранение данных. Мне кажется, мы здесь будем по сохранялкам бегать и прыгать, на самом деле. Так, мы здесь забрали. Красивое женское тело, так и далее. Много намеков. Да, согласен. Забавно, что они на одного немецкого представителя похожи. А кто-то их сравнивал с Лукашенком. Так, а вот здесь мы были? Ну ладно. Опять, давай. Как советский ученый, я всегда считал себя атеистом, но сейчас могу сказать лишь одно. Это поможет нам всем, Бог. То есть горстка предателей смогла взломать коллектив, который создан лучшими умами СССР? Фактически коллектив не взломан. Если зайти алгоритм защиты, созданный в Академии последствий... А, погоди. Пиздец, да, погоди. Охуеть. У них лысина, поэтому... И мне кажется, я буду дохуя проигрывать. Давайте тогда на легком поставим, я не знаю. Типа, это мы в Dark Souls не приходили играть. Мы приходили играть... Ну, мы скачали игру, чтобы поиграть в Atomic Heart. Серьезно. Жесть. Вообще жесть. Мне кажется, завтра тоже будет стрим, ну, по прохождению до Томми Харта. Почему мне нравится туалет? Я не знаю. А, засейвились. Несостоящими на службе фонда. Так, а мы взяли вот ту поеботину, которую мы прослушали, да. Что-то их прям манит, манит там стоять, да, я не знаю. То есть горстка предателей смогла взломать коллектив, который создан лучшими умами СССР. Фактически коллектив не взломан. Превзойти алгоритм защиты, созданный в Академии последствий под руководством профессора Лебедева, он невидимый! Тогда почему вокруг творится весь этот кошмар? Невидимый. Предателям удалось внедрить в алгоритм коллектива в этот режим агрессии. Вот теперь главное не проебаться. Я даже не вижу его атаки. Вообще. Что это такое? Разве наши ученые не могут исправить все это без Петрова? Но я надеюсь, он сдохнет. За которое погибнет много людей, и информация об этом выйдет за пределы предприятия. Вопрос, он теперь сдохнет или нет? Как будто в паб зашел, сидят все в туалете. Согласен. Жесть. Теперь вопрос, он сдох или нет? Ладно. Ну ладно, допустим то, что он умер. Я надеюсь, он там со спины нас не трахнет. Ну, игра, которая, у которого нет отражения игрока. Там никого. В смысле никого, смотри. Видишь? Видишь? Нету. А там, короче, когда ты бьешь, видишь? У тебя идет, как будто ты бьешь бота, робота. На всякий случай, типа, лучше бы я запиздил. Поэтому я и так и поступил, кстати. Мой милый Эйн, оставлять сообщение таким образом тоже стало опасно. Это последнее. Готовься. Я организую документы и приду за тобой. Мы выберемся из этого кошмара. Целую. Целую. Так, это потом. Сюда. Ладно. Не, ну очень странно то, что типа текстурки не, он не появился, не активировался. Твою мать, какого хрена здесь все везде заперто? Как только роботы стали нападать на людей, был активирован экстренный протокол. Mm-hmm. Территория предприятия 3826 блокирована, включая внутренние сектора. Ну и как мне открыть эту дверь? Данную дверь удерживает электромагнитный замок. Значит, его можно вырубить электромагнитным импульсом. Где его взять? Ваша перчатка может быть снабжена модулем шока, ударным эми-генератором. Капсула, содержащая необходимую для установки шока и нейрополимер, я должен так запью. На территории предприятия. Ладно, разберусь. Бля, что мы делаем?
напиздили. Кайф. Нашел себе новую сразу. Да. Насчет отражения. Показали в начале игры и хватит. Ну типа я разницы не увидел, но фрезы одни и те же. Что-то не так. Мне кажется, твою патч мать! Первого дня. Блядь. Хуя. Мне кажется, патч первого дня нужен. Жесть. И дверка не нужна. Бесконтактный бой, да. Ну все, нас придавили. Сейчас, наверное, до 12 поиграем, и потом после этого до завтра. Типа, мне пока что нравится игра. Вот мне не нравится оптимизация только. А остальное мне прям кайфово. Супер, еще чуть-чуть. Ты как? В норме. Сколько пальцев видишь? 4. Отлично, вставай. Мне нужна твоя помощь. Тоже из трейлера. Это еще кто двое такие? Мы принесли тебя сюда. Зажми рану. Зажми. Это на твоей совести. А ты еще кто? Врач. А имя у тебя есть? Сейчас мне не до любезностей. Зажим. Зажим, пиздец. Зажим, зажим, принеси, да! Сейчас! А это здесь откуда? Быстрее, ну что копаешься? Нейрополимерная капсула. Она не нужна. Как тебя зовут, Док? Я Лариса, много вопросов. Так, ладно, держи тут все сама, куда, разберешься. Куда? Она бесполезна, нет оборудования. Уже есть. Отлично. О, хоть что-то вовремя. Много вопросов задаешь. Пригнись! Лариса! Ну, это неудивительно, было тоже. Опа, минус. Я немножко обосрался. Блять, это босс. У меня оружия нету, ничего нету. Пизда. Охренеть, надо избегать луча. Так. Нет, мы просто не даем пуму. Ударить и уйти. Серьезно, и мы забьем у этого чилика. Ой, блядь, как он попал? Ой, блядь. Отбегалась, железка долбанная. Господи, я раз. Даже на легком немножко куда потею, шахта, но не так сложно, как было Лариса. На нормале. Это было жесть. О чем мы? Вентиляционная система имеет очень разветвленную структуру. Ладно, с этим разберемся позже. Ладно, нормально. А чё? А их вообще завалило, да? Понятно. Опа и ФНАФ. Супермен восстал, да. Это что за монстр? Вот это цикл. Залог? Да неужели? Открывай уже. Давай быстрее, время уходит. А врач? Я хуй знает. Не могу помочь в этом вопросе. У меня нет функционала для взлома замков. Вам придется самостоятельно отыскивать способы взлома. Не сомневаюсь, что вы окажетесь достаточно сообразительны. Понятно. Ты, как обычно, бесполезен. Попробуйте щелкнуть пальцами в тот момент, когда индикатор блокировочного штыря... Что-то медленно они объясняют, я уже понял. Мегамозг называется. Детская колыбельная. Не к добру. Раз. Что там за дверью впереди? Судя по голосу Элеонора, очень опасный противник. Внимание! Всем сотрудникам, получившим повестку, явиться в отдел социального контроля до конца дня. Послужит отягчающим обстоятельствам при рассмотрении вашего дела. Стрёмно, да? ГГ. Блять. Твою мать! Это чё ещё за херня? Ах, какой мужчина! Обожаю крепышей! Милый, позволь отрежу тебя к кровати. Чё за жесть? Дорогой, сексуально, не надо сопротивляться. Тебе понравится. Не позволяйте ей связать вам руки. Да я пытаюсь. Не видишь?
Трос остальные! Поднесите меня к ее сенсор-манипулятору! Скорее! А, как волнительно! Непокорные властные мужчины меня заводят! Сейчас я тебя заведу! Блядь, столько извращений! Как добраться до тебя! Ах, как их сомнеются! Обожаю мачо! Я вся горю! Ближе! Я не дотягиваюсь! Сейчас стараюсь, сильная тварь! Я к твоим услугам, милый! Мечтаю порадовать тебя. Что я могу тебе сделать? Жесть. Что тут такое? Скоро вам будут доступны и другие умения. А сейчас выберите шок. Шок. Шок-контент, ребят. Шок-контент. Извращенный контент. Так уж и быть. Теперь дайте. Я покажу, чем на самом деле профессионально занимаюсь на данном предприятии. Я уж видел, ёбаный пирог. Буквально. Ёбаный пирог. Я открою вам окно модернизации горячих и толстых пушек. И поверь моему опыту, милый, улучшить можно что угодно. Спектр, там что ты сказал? Оружие — это полезно. Про извращение. Зайдите на ближайшее окно мое. Приобретите. Выбрось его, милый. Больше он тебе не нужен. Теперь у тебя есть я. Я сделаю тебе все, а что мне сделать? Хочешь. У тебя есть меч? Большой меч. Да ты задолбал уже, пошли. Ставь его в мое приемное гнездо. И я сделаю его острее и прочнее. Я не знаю. Элеонора действительно способна улучшать снаряжение и оружие, в том числе создавать новое по имеющимся чертежам. Сладких снов. Давай до завтра, тоже 8 часов встретимся. Необходимо поместить различные ресурсы, которые наверняка встретятся нам в ходе ваших... Но я способна на гораздо больше. Пиздец. Энергия, пополняемая реверсным полимерным накопителем перчатки, необходима для использования умений таких, как шок. Стужа и другие. Вне боя энергия постепенно восполняется самостоятельно, но при нанесении урона по противникам ударом ближайшего боя энергия восполняется гораздо быстрее. Легкая непристойность топором лишь аванс. Сохранение данных. Тебе понравилось? Че, спать пойдем? Угу. В восторге. Неплохо. В детской игре ты серьезно? Грозным оружием ты расколешь черепа своих врагов и принесешь мне подарки. Тогда однажды мы с тобой... Давайте спать тогда. Настоящая грязь. Господи. С чего бы я тебе подарки-то нес? Потому что девочки любят подарки. Да, слушаем. Потому что ремшкафу нужны ресурсы, чтобы перерабатывать их в предметы. По счастью, ремшкаф не привередлив. Блять, такое извращение. Правда, некоторые улучшения могут потребовать уникальных вещей. Ну, на предприятии само собой ничего только нет. Само собой, товарищ майор. Значит, поищем. Я буду ждать прикосновения твоих сильных рук к моему разгоряченному интерфейсу. Блять. Так, все, уходим отсюда. Согласен. Съебываемся. Ну, короче, ну, нам сюда надо пройти, да? Ну все, вот чекпоинт вот здесь, видишь, сохранение. Я вот сохранил. Я еще раз. Да, я еще раз сохранился, на всякий случай, чтобы не слушать эту дикую пошлятину мне в уши. Не зря здесь. Ну, такие образы показываются, но это жесть. Все, ребят, давайте на этом тогда заканчивать. Вот, спасибо. Спасибо, что побывали здесь. Мне приятно. Вот, надеемся, то, что завтра будет вообще классно. Будет месиво. Будем опять. Хуяр ты хуяр. Ну все. Так, ну сохраните, если что. Сделаем. Я еще поищу по сохранению, как здесь вывести на официалку. И, наверное, будет. На самом деле это будет классно. Классно. Вот. Так. Блять, я сидел так вот, а ну ладно. Вот. Как-то так. Все. Лоу-фай. И все. Шо, музыка не будет? Ну ладно, без музыки, походу, да? А я думал, это босс, а это хрень. Вот предыдущий был босс. Черный Вованчик. Вованчик черный. Вот он был боссом. Ей-богу. Но очень странно то, что, типа, блядь, у меня начинает оно подтормаживать. Типа, а шо должно быть здесь еще, как говорится? Вот, поэтому как-то так. Во, нашел это.
Ну тогда я пошел, всем пока. Давай, успехов. Мы тоже ложимся спать. Вот. Я хотел обсуждение спросить, типа, как вам понравилась игра? Спектр, как тебе игра? Ты мне расскажи свои ощущения. Ну, типа, ты никого не спасаешь? Не, ну, по идее, ты спасаешь, типа, вот от этой всякой хуйни весь остальной СССР, чтобы оно не расплодилось. Это же именно локальная хуйня. Как это? Я до сих пор сейчас не запомнил. Вот это, типа, все общий разум 2, соответственно, он локально тестировался вот на этой как раз лаборатории, в которую мы попали. Игра охуенна, одним словом. А при чем тут СССР? То, что СССР в этой вселенной лидировал, соответственно, он, блядь, собака, лидировал, и, соответственно, что у нас получается? Я сейчас вот так сделаю. Оп. Вот. Соответственно, что у нас получается? У нас, получается, лидирует СССР в разработке всякой фигни. Вот такой. По лору, если послушать. Вот. Ну, сейчас сам начальный лор, это там, ну, ни о чем. Там какие-то свои финтифлюшки личные, какие-то переживания. Вот мы то, что прочитали и посмотрели. Какие-то розыгрыши, там, соревнования с шашками, вот эти шахматы. Вот. Это пока что весь лор, который мы получили. Вот, а так, по сути, грубо говоря, СССР разработал вот этот ИИ, и началась вот эта пиздень. Это так же, типа, как а-ля в Fallout'е началась такая тема, как этот... Ой, даже не знаю, как объяснить, ну, так, тоже апокалипсис дикий. Соврест. Если не считать того, что она насколько я понял, может на любом ведре запуститься, чего-то вау я не увидел. Ну не знаю, на самом деле, если бы она бы не фризила, то я бы выкрутил бы на средние либо высокие статы, потому что без отражения, типа вот с отражением, без отражения она выглядит одинаково. Ну вот мы проверяли. Отражение вот в этом холле перед лифтом, это вообще ни о чем. То же самое. Кстати, чех не передал, как я передал ветку. Кстати, да. Типа, главное, чтобы можно ее блокировать было и разблокировать эту ветку. Потому что, например, если Спектр захочет или Френзи... Вот. Вот, ветка. А где эта ветка? А, ты скрыл ее или что? А, вот, сообщение. Вот, да, все отлично. Только я надеюсь, что эту ветку можно как-то, хайдить. Потому что, чтобы не каждый переходил по этой ветке. Потому что сейчас, если пойдет по этой ветке вся полный пиздец, блядь, то наш канал может в бан отлететь. Так, ну если ты считаешь, что, насколько я понял, на любом ведре запустится, то вау-эффекта не увидел. Ну, в том плане, что больше пошлятина. Там я не ожидал, что там дикая будет пошлятина, но пошлятина есть, да. Но мне кажется, это сыграло вот на руку, когда типа все сказали, типа, вау, какие сосочки вот на заднем фоне вот эти балерины, да, их называют. И все, блядь, понеслась там, все остальное. Мне кажется, вот из-за этого как раз вот этот песня нюанс. И они такие, бля, ну давайте захуярим, пошлятина. Вот извращенцы по извращенцам, они, блядь, будут свистопередеть своей кончой туда-сюда и налево-направо. Соответственно, они купят игру. Вот. Я в DS не сижу вашим. А, ну если что, заходи, можешь скачать, попробовать пройти там до такого момента, где у меня. Либо смотреть, как я прохожу. Я вот думаю еще как-нибудь вырезать. Блядь, у меня... Я что-то на ютубчик вообще ничего не запускаю. Это меня немножко огорчает. Надо мне это видосик туда скинуть какой-нибудь. Смотри, люди с ролью обыватель туда написать не могут. А, окей. Ну, они просматривать могут? Не, ну, на руку это, конечно, сыграло. Согласен. Работы... А роботы-сестры больше бесит пока.
Ну да, бедра им пошелестели немножко, знаешь, влево-вправо. И потом после этого создали тебе ключи для того, чтобы ты как пошел туда, поехал. Ну да, это так и есть. Смотреть могут, писать не могут, все ок. Ну ладно. Надеюсь, то, что ты сделал, это заебись. Главное, чтобы они еще не могли качать. Либо открывать... На самом деле, по-хорошему, бы вот именно вот эту подветку бы открывать только тем, кто именно попросил. Вот как раз кто там у меня попросил. Шлефус. Ну, Фрейзи. Фрейзи, короче, просил. Вот, и его бы добавить туда. И все, и, типа, и все остальное. Ну ладно, похуй. Блять. Что-то немножко хахашечек попало. Заговорился. Ладно, все, давайте на этом тогда заканчивать. Классненько, классненько, да. Я что сделаю еще дополнительно? Пока что за кадром. Это я перенесу просто саму эту какого папочку в Games. На отдельный жесткий диск, потому что что-то он вообще странно начинает глючить. И это меня очень огорчает. Если что, разархивированная папочка весит 80 гигов. Так же, как и сжатая. Ой, блин. Надо попить водичку. Пока. Где Prime? Еще не сделал. Ты видишь, у меня дохуя работы. У меня и работа по работе, блять. И нужно сейчас вам постримить. Вот сейчас резко вышло. И, соответственно, еще это вы... Сейчас еще монтировать надо, блин, и выкладывать на завтра. Как-то так. Вот как-то так, да. Как-то так. Ладно, все, ребят, давайте. Спокойной ночи, сладких снов. Люблю, целую вас. Завтра приходите в 8, как говорится.